Первый вопрос по вчерашнему протоколу мы с Владимиром Михайловичем обсудили уже. Меня интересует вчерашний протокол на предмет противодымная вентиляция по проекту Голубкова, если не ошибаюсь. Да. У тебя есть с собой, нет? Он сейчас посмотрел. Он противодымную такую нам не могу попросить. Да не наш? Зачем? Есть средства массовой информации у нас. Это не наш с вами протокол. Это ваш протокол на проектирование. Это ваш протокол на проектирование. Это мы делали свое совещание. А это у вас было свое закрытое. Да, нет. Мы просто внутри провели как. Я результаты тут ни в коем случае не собираюсь оспаривать. Другое дело, что мне просто хочется понять, чтобы они кем-то были подписаны. Мы вообще составили этот протокол, мы все его подписываем. Вы вот эти люди? Да. Да, мы подпишемся. Это то, что мы проводили. Это то, что мы провели рабочее совещание, все вместе, службы эксплуатации, заказчиков. Нет, те работы, которые принимаются, которые надо корректировать. Что сейчас можно монтировать, что мы сделали? Что мы сделали? Это вот то, о чем я говорю. Монтаж идет центру ПСН, монтаж идет КСК. Да. Это то, о чем я тебе говорю. Да. Просто открывать не хочу. Катюх, дай мне ручку, пожалуйста, одну. Одну. Значит, что касается ОПСН, напоминаю всем по поводу расторжения контракта, который вы же инициировали. Ну, договор за доп. Соглашение, оно практически сильно согласовано. Оно было еще максимум, совсем согласовано. Сейчас посмотрим, там вчера, по-моему, все согласовано. Не, ну вы смотрите его до конца. Не, ну я смотрю. Ну только давайте, зачем сюда-то писать его, если вы сегодня до конца его еще не посмотрели? Это другое. Ну как другое? ОПСН одно и то же. Иван Николаевич, это факт, который был как факт за фактом. Посмотрели документацию, кто работает. Значит, вот только что рассказываем. Вы, в некотором смысле слова, знаете, вот так, кругозор более широкий устраивающий. У нас на сегодняшний день практически все, это подтверждается вот этим новым руководителем нашего КРУ, в частности КСКО, на 40% дороже сметных норм. Ну и зачем их сюда писать? Чтобы кто-то там потом пришел и сказал, что у нас вот есть протокол, мы ведем. Просто лишняя аргументация, она никому не нужна. Я не против. Если они приходят в наши нормативы, ради бога, пусть продолжают. Если не приходят, однозначно придут другие. Я подход свой не менял и менять не собираюсь. Мы вам просто дали справку сегодняшнего дня. Ну, я так вот, на всякий случай. Значит, возвращаюсь теперь к тому, что здесь написано. Да я и так в курсе. Проект разработан, проектная организация Голубков. Значит, вот вы мне тогда теперь поясните, о какой стадии проект мы сегодня говорим? Водопровод, канализация по порядку. Вот из всех этих разделов, значит, получилось, что здесь тоже есть получилось. Это вообще не так это счет. Значит, получается, ну, не жалко на самом деле, что они где-то сам вашего народа. Да какая разница? Позвать, давайте я скажу. Неважно. Ольга Петровна. Да. Потому что они все сейчас все быстро и порядок, чтобы не было вопросов. Эти проекты были приняты в Голубков в производство работы. Ирина Николаевна, какой проект? П, расчетная схема или рабочий? Документация. Рабочая документация. А можно написать проект типовых этажей, проект разработан проектной организацией. Вот это вот я просто вот так на всякий случай, как мы формулировки пишем. Хорошо. Читаю дальше. Проект АТП, ВПП, ВПВ, вернее. Автоматическое пожаротушение, водопровод, пожарный водопровод, это понятно. Принят проект работы, проект разработан, проект документации, КУПО, понятно. Только до 34 этажа. Ну почему? Здесь у нас есть отопление. Да, значит, ключи какой-то. У нас тут... Давайте дальше. Автоматическое пожаротушение. Отопление пошли. Отопление? Да. Теперь только это уже не 35, а 46. Вы говорите, до 35 этажа. Где мы запечатали протокол, который мой был? Мы подробно его уже откорректировали, сделали гость. Это так нельзя. Вообще. Слушайте, барышня, вы тогда вот дайте мне, какую можно мне давать. Я конечно, мне очень нравится ваша формулировка, так я сразу говорю, Ирина Николаевна. Это первое. Второе. Я не возражаю против проекта Голубкова, только вы тогда скажите, что это за проект, чтобы, знаете, вот если в руки берешь документ, чтобы было понятно. Рабочая документация или это стадия проекта? Иван Николаевич, у нас есть отработанный протокол, проект не есть делал, рабочая ничего. Документация. Он стадия проекта не делал. Значит, объясняю вам. Он сдал рабочую документацию. Катя, подойди, пожалуйста. Нет ее на месте? Она должна Давайте я доложу. Кто этот протокол? Он сдал какой протокол? Ну, вот этот протокол, который мы делали, он должен быть.
последний и подписан всеми. По отоплению меня вообще удивляет, да, пункт 4.3, то есть проект принят, проект выдан организацией Колубкова, пункт 4.1, пункт 4.3, проект требует корректировки, вся с 35 по 46. Совершенно если он принят, если он выдан... Вот его приняли в производство работ, но в связи с тем, что была несогласованная схема, его сейчас нужно корректировать. Ну, а можно это сделать так, чтобы это было в адаптивной форме? Если он принят... Значит, это все, что у нас на сегодняшний день может быть условно принято от Колубкова в части каких-то этажей, я правильно понимаю? Да, все, больше ничего нет. Замечательно. То есть, чисто теоретически, маленькая-маленькая часть по 35 этаж, да? Да, это вентиляция, канализация. Тогда давайте так, мне протокол, пожалуйста, откорректируйте. Но меня интересует еще не только 35, меня интересуют все технические этажи. Я понимаю. Мне вот как раз они мне сегодня больше всех и нужны. Поэтому впишите, пожалуйста, за сроки, Владимир Михайлович, по всем техническим этажам. Пусть это там будет по 35, там 36, 37, но меня интересует прежде в очередь только технические этажи. Мне вот эти вот стояки и разводки, тем более по типовым этажам, это там 0,1%. Я извиняюсь, конечно, за такое выражение, но ни тепло, ни холодно, не греет совершенно. Хорошему там 2 недели работы. Мне интересует, я про не про вас, а про типовой этаж. Меня интересует прежде всего технический. Вписывайтесь в этот протокол сразу. Так, дальше. У нас на сегодняшний день, насколько я помню, в пятницу должно было быть письмо по вопросу взаиморасчета с Колубком. Да. Да. Значит, работа такая проведена. Сегодня четверг, сегодня по исходу дня это письмо будет. Значит, провели расчеты. Обсуждаем сейчас или завтра? Нет. Письмо мы положим вам на стол. Мы сегодня обсудили с земляной, может, представитель реализации. И сами собрались, все обсудили. Значит, то, что предварительно мы давали оценку его работы по стоимостным показателям, это было где-то 2,5 миллиона рублей. Он по нашим мнениям затратил. Земляная посчитала там 2,600. То есть ну, они совпали, практически все совпали. Это обоснование в письме, оно ляжет вам на стол, вы приложение. С приложениями всех переписок, перечень переписок, письма, как вот туда мы посылали, назад принимали, все это есть. Меня больше интересует наше замечание, фактически принятый документ, чтобы у нас, знаете, доказательная база соответствовала действительно. А если все будет приложено? Там не, то, был, не было эмоций и были работ, фактические результаты. То, что мы отклоняли, что он назад, мы опять отклоняли, процесс переписки будет там. Хорошо, значит... Сегодня к исходу дня нам будет готово. По межбашенному пространству говорить сегодня не буду. Мы сегодня встретимся несколько позже. Отдельно проговорим. Сейчас у нас, кроме Колубкова, кроме протокола, вопрос какие? Мы должны были подготовить вам табличку с перечнем исполнителей, да, и со сроками. По подрядчикам только... ВСК-электро и ГРОК берется за аварийное электроснабжение, потому что это ИВС. ВСК-электро, они ко мне там просятся на встречу сегодня, я, конечно, с ними встречусь, но с ними работать не могу. Кстати, тоже большой-большой вопрос. А пока где-то в курсе, да, второй раз дороже? В курсе? Ну, я понимаю, что не мы, ну какая разница, мы, это же организация, это наша. Да, Николай, сейчас идет, там встречается с ним, с ВСК-электро, обсуждает этот вопрос. Да что с ними обсуждать, если у людей такой подход? Лёва, на помине, кстати. Если у людей такой подход, какой смысл? Монтаж или проект? Вот скажи. Или проект тоже. Пашка, да. Если ты у меня однажды попытался... Ну, я тогда так все-таки конкретно выражаюсь. Стырить денег. Чего? Стырить денег. Стырить. Знаешь, мелочь по карману стырить? Стырить, да. Я мелочь не тырю. Ну, я понимаю, я же тебе гипотетический пример. Да подождите, что же вы мне? Мы же не в Одессе. Много и будешь не общаться. Если я попытался. У тебя стырить. Нет, я к этому веду, а Фонечкин быстрее всех доехал. И ты ударил мне по рукам. Иван Николаевич, сегодня, прежде чем с Пашей разговаривать, надо на дверь его посмотреть. Он сегодня добрый, мягкий, пушистый. Ну, насчет пушистый я увидел, допустим, без двери. Ну, так, ладно. Ответ понятен, поэтому. Так, сроки подкорректировали, то, что я просил?
или нет? У нас сроки были по тому графику, который был, мы вчера просто уточняли сроки. Ну, я просто, например, Лидия Александровна, которая здесь, да, я так возвращаюсь это... вот, ну, тем вопросом, который, может быть, мне придется сегодня обсуждать с Чобом. Да. Нет, не придется, потому что мы вчера провели совещание, и на сегодняшний момент для работы у нас все есть. Включили четвертый пусковой этап. Третий-четвертый пусковой этап, все чертежи в полном объеме, а вот то, что касается выше, чертежи для сбора нагрузок, это у нас есть. Вот это вопрос, как раз, который мы обсуждали с вами. Да. Самый главный вопрос. Да, это есть. К тому моменту, когда мы придем к этажам выше 49-го, уже по 49-го и выше, да, архитекторы. Говори, слушаю. Архитекторы с печа как раз готовят документацию, на которой мы сможем уже выпускать рабочие. У нас там срок, если не ошибаюсь, который был по графику проектирования, по-моему, 11 месяц, да? Иван Николаевич, у нас достигнута договоренность, что мы сначала выполним эскизное проектирование, на базе которого они смогут начать уже рабочий проект. Ну, я, собственно, поэтому и собирался встречаться это здесь, вот, было тут некоторое недопонимание. Это начало мая будет в полном объеме. Журавлев. Привет. А для выпуска рабочей документации? Если ты на 10-м, заходи в переговорную. Если нет, сейчас перезвонимся на сам. Это начало мая, мы выпустим уже. Да я ничуть не сомневался, просто я тут, честно сказать, грудью стоял на защите фирмы «Спич» и ее славного руководителя Сергея Чобана. Ну, спасибо, я имею в виду предыдущего руководителя. С этим тоже все. Тогда что у нас получается по срокам, я еще раз повторяю, все, что касается по 62-й этаж. Для того, чтобы мы, в принципе, до конца закруглили тему, связанную с моим желанием 62-й этаж получить всю инженерию, собранную в этом году. Так как по 62-й вместе с техническими этажами мы выдаем 30 ноября. А у нас и было 30-го 11. Да. Соответственно, технические, вернее, типовые этажи будут отработаны к октябрю месяцу. Девушки, можно это написать? Меня это устроит. Если это октябрь, меня устроит. Окончание в октябре. Вопрос поднимается. Выдадим. Ирина Николаевна, я говорю до технического этажа. Да, до технического этажа. Ну напишите мне, иду. Одна минута, иду. Слушай, ты скажи, пожалуйста, тогда только откровенно, при женщинах. Я умный или красивый? Давай, пойдем. Сейчас дам. Иван Николаевич, давайте я на вашем экземпляре... Тогда я разорваться не могу. На вашем экземпляре своей рукой исправлю. Сделайте нормальные графики, его на стенку повешу. Хорошо. Да, было письмо Колубкову с предложением, как вы просили, да, о том, что вот это его ответ. Ответ, скажем так, нашему секретарю. Ну что я могу сказать? Очень неконструктивный ответ. Так, а ваши переговоры, которые вы должны были делать с ним еще до понедельника, если не ошибаюсь? Так я же... Вы их сделали, вы их... Я понимаю. Концепцию. Все, а больше не было. Потом он должен был какой-то... Не буду написать письмо, написали, вот он прислал ответ, в котором я так чувствую, он пишет, что он не вышел за 105 миллионов и готов дальше сотрудничать. За какие 105 он не вышел? Ну вот он здесь пишет, что значит у меня. Он же пишет на... У него цена договорных отношений, так, ну, на всякий понятно. Случай. Он же Козинцев пишет, октябрение. У него сегодня цена договорных отношений, указывая эту сумму, так на всякий случай, он предполагает завершение всего комплекса работ, порученных ему первоначальным договором с учетом доп. Соглашения сентября. Так, как я уже говорил, уже конфетно-букетный период закончился, сегодня составят, как говорится, свой, вот, как я понимаю, ответ уже службы заказчика, и все, надо решать вопрос, что с ним делать, чем быстрее, тем лучше. А ваше предложение к решению? Вы же координатор в том числе. Ну, хорошо. Мое решение здесь без суда не обойтись. Мы не договоримся с ним. Замечательно. Слава Богу, что у нас теперь консолидация наступила общая. Ну, я вам хочу сказать, что все схемы, которые были глупые, мы меняем. Слушайте, Ириника, да. Я в данном случае, знаете, давайте так вот. Вот мне формулировка непонятна. Другое дело, что в некотором смысле слова надо... Мы их меняем не потому, что их проектировал Колупков. Нет, конечно. Результат мы выдадим.
делаем. Хорошо, значит, давайте тогда так, на основании этого письма заканчиваем тогда все эти потуги по поводу возможности его привлечения как субподрядной организации. Такая же идея была, и такое было согласие. Поэтому это все остается. Я не возражаю. Переделывайте мне по 62 этаж. Нет, по 60. По 62 этаж вот этот раздел. Полностью делайте два раздела. 60 этаж, 61, 62. Угу. Это у нас получается 10 месяц, это 11. Угу. Вот именно в таком виде. Так, и. Значит, по протоколу понятно, мне нужно знать. Ольга Петровна, мы вас искали. Владимир Михайлович, мне нужно знать от тебя, дружище, когда ты мне отдаешь, не мне, а Ардашеву всю документацию, и мы заканчиваем вопросы тендера. На следующей неделе, здрасте, они были. Вентиляция, общая обменка дымовая, противопожарное тушение, противопожарный водопровод, отопление, водоснабжение, водопровод обычный. То, о чем мы с самого начала и говорили. Да? Поэтому протокол. Только с исправлением, конечно, о которых вы говорите. Катя, отдаю сразу. Вступим с тобой в товаро-материальные отношения. А мне как-то не хочется. У нас второй закон Карла Маркса на дворе. Деньги – товар, деньги, а не наоборот. Без колпачка запомнил. Совесть народа. Мы сейчас посмотрим, Николаевич, только документация, которая готова, мы ее... Значит, мы сегодня встречаемся, меня интересует окончательная дата. Сегодня я должен ее узнать. Мы с инженерией тянем, на самом деле, очень сильно тянем. У нас уже, между прочим, середина апреля. Еще неделя, и у нас все будут уже где-то там частью тела не на работе, во всяком случае, точно. Иван Николаевич, что за совещание по межбашенному пространству будет в половине пятого? Такое, которое было уже два раза. Там, где мы обсуждали перегородки, там же мы обсуждали 20 кВт, 16 кВт, там же мы обсуждали негабаритный груз, там же мы обсуждали комбинат быстрого питания. Ваши решения, которые у нас там были, которые мы, в принципе, все задекларировали. Мне кажется, вот вчерашний день не продолжается у многих. Мы дважды встречались по межбашенному пространству, обсуждали вопросы по наличию или неналичию перегородок. Господин Афонич, ну, подтвердите, может, у меня дежавю? Я ни разу не присутствовал. На этой неделе, конечно. Да, на той неделе было это. Честно говоря, я не помню этого совещания. Да мы и на позапрошлой неделе встречались. Да. Таблицы приносили. Вас не приглашали на самом деле. Раскрашенные. По техническим зонам. Абсолютно правильно. А сегодня вы нас будете приглашать? С удовольствием приглашу. Я поэтому удивляюсь, что вы сегодня пригласили, а я, грубо говоря, не могу понять. Ну, я предлагаю вам тогда пообщаться с теми, кто принимал участие в тех совещаниях, особенно Афонюшкин и Карпичев. Вот в первую очередь я бы их назвал. Абрамович. Абрамович обязательно, да. Потому что они приняли все чертежи, они все считают, они все полностью... У нас 4500 кубов уже получилось, абсолютно правильно. Вот именно это я сегодня хочу до конца закруглить. Тендер сегодня, там у нас не тендер, а такой не очень большой, по атриуму. По перекрытию. Ирина Николаевна, что еще? Если что-то серьезно, давайте. Там, мне на самом деле. Ольга Петровна, почему позвал, извините, переделывайте мне протокол. Всем все расскажут, что надо сделать. Повторять второй раз не буду. Значит, по мне все объяснили, я все понял. Если мы пишем по 35 этаж, значит, если по 46, по 46. Только не надо писать, что рабочая документация принята, но требует корректировки. Смысл? Ну,